хлопают, валят нас, сразу автомат передернули. Человек еще городился. Ну, прошли сколько. Уже вечер. Россия думает. Да. Сегодня ночью была попытка зачистить полностью наш штаб с нашими силовиками, фашистской хунтой. Был пущен газ сначала, а потом начался обстрел. Слава Богу, у нас раненых, погибших нет с нашей стороны. А здесь все? А сейчас это будет бельгианские.